Как сделать вкусный стейк на природе? Делаем рассол. Вода, соль. Хорошенько перемешиваем, чтобы все растворилось. В рассоле такой кусок нужно держать примерно 20 минут. Ждем. Всю нужную соль он уже впитал. Теперь главное его хорошо обсушить, чтобы он был очень сухой. Все, на гриле. Пока жарится наш стейк, надо подготовить пространство, где он будет отдыхать. Нам понадобится тимьян, розмарин, чеснок, луковица и специи. Луковицу просто распиливаем на кусочки, чисто для аромата. Чеснок на кусочки. Половину тимьяна, половину розмарина. Вот сюда мы положим наш стейк, чтобы он был ароматный и вкусный. Ну, еще бы. Почему же щит? Это биф, а не щит. Это биф, биф. Разные специи, что у нас есть. Вы можете подобрать сами, что любите. А что у нас есть? У нас есть сумах, у нас есть розмарин, перемешанный с тимьяном. И у нас есть сладкая паприка. Можно немножко копченой соли, вот прям чуть-чуть для дополнительного аромата. И теперь с другой стороны все то же самое. Масло оливковое. И накрываем все оставшимися травами. Пусть отдыхает. Ну что, прошло 20 минут, может 15, примерно так. А? Он хорошо отдохнул, теперь мы его будем пилить. У-ла-ла! Жарьте мясо и ходите на пикники. Вот так. Маленький кусочек. Мне нравится такой вкус. Я бы его... Я, знаешь... Не, знаешь, что хочется сделать? Чего? Хочется его добавить специи, замариновать. Вот реально, закислить. Он прям такой... Блять, как молоко, реально. Вообще невкусный стейк. Сам по себе мясо. Все, шарманку за это вырубаем. Я это оставлю видео. Пришли хоть посмотреть.